Что имеет в виду муж, когда кричит жене, где моя? Где моя любовница? Да куда ты? Ты ее закопала? Ты ее зарезала? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Это снова интеллектуальная рубрика «Качаем мозг». Это игра «100 к 1». И учитывая свой навык в этой замечательной игре, свой замечательный навык в этой замечательной игре, я бы так сказал, я решил пополнить на всякий случай еще на 50 монеток, потому что обычно они у меня просто вот так вот просираются, эти деньги. И давайте сразу начнем игру. Мне, в принципе, написали, что тут можно играть командно, 3 на 3, в принципе, я могу это делать. С одной стороны, да, с другой стороны, я не знаю, я пока бы в обычную попрактиковался, у меня как-то с обычной не очень хорошо получается. Когда буду в обычную более-менее нормально играть, тогда будем в командную. А то я там просто обосрусь за всех, да, за всех шестерых, или сколько нас, трое будет в команде, да, вот за всех троих. Так я пока за одного, мне уже за одного хватает обсираться, а. Где в квартире можно спрятать заначку? Смотрите, под кровать, ход соперника, сейчас соперник. Он скажет, под кроватью, козел, вот я уверен. А, Милана, это Милана. Нет, это прекрасная дама, нельзя так. Хотя, если она меня выиграет, то будет коза. Если выиграет, то будет коза, но мы будем надеяться, что не получится. Батарея, смотрите, она ответила. Теперь я попробую, под кроватью. Пожалуйста. Под кроватью нельзя спрятать заначку. Ну тогда, я не знаю, в носках тогда, я не знаю, в квартире. В шкафу, блин, ну. А я попробую в носках ответить. В носке. Нет, в носке тоже есть. Да можно в носке спрятать, 100%. Ну, берешь носок, берешь заначку и в носок. Все, что тут не... На полке. А, смотрите, ну у нас пока по две, я должен просто что-то угадать. Давайте думать тогда хорошенько. В шкафу? В холодильнике, что ли, что? Блин, ну хорошо, я сейчас это напишу. В холодильнике. Бред, конечно, полный, но я не знаю, что еще отвечать. Я проиграл в книге под матрасом. В туалете. Блин, ну почему именно в туалете? В трусах. В трусах. Ну, а может еще глубже, блин, спрятать заначку. Уже не в трусах, а еще глубже. Вот прям. Твою мать, ну что за варианты есть? Что делать, если Новый год еще не наступил, а ты уже пьяный? Ну, я предлагаю спать, наверное, или пить дальше. То есть, такие варианты у меня. Что ты, Милана, будешь делать, если Новый год еще не наступил, а ты уже пьяный? Ты, наверное, будешь менять пол обратно, потому что ты и девушка, ты не можешь быть пьяный. Ты не можешь быть пьяный, ты можешь быть только пьяная. Спать. Пить, как бы. Почему бы и нет? Пить дальше, смотри, действительно, спать и пить дальше. Я два самых популярных варианта ответил сразу. Еще можно есть. А ты уже пьяный, да? Еще можно, наверное, телевизор. Смотреть телевизор, например. Я не знаю, ну, это немножко бредовый вариант, то есть он никак не связан со словом пьяный. И с тем фактом, что ты пьяный. Ну, я просто не знаю, что отвечать, поэтому пусть... Блин, пусть телевизор. Ну, я не угадал, сейчас посмотрим, что она ответит. Продолжать. Так уже было продолжать, блин. Хорошо, теперь думаю я. Трезветь. Как такой вариант? Трезветь, действительно, смотрите, прям третий я уже угадал подряд. Сейчас Милана должна проиграть, и все очки мне. А сколько их, этих очков? 154 очка. Она не проиграла, блин, принять душ. Вот и что теперь? Я не знаю, танцевать. Смотрите, танцевать, потому что, как бы, ты уже пьяный. Почему бы тебе не танцевать? Веселиться. Танцевать, веселиться. Вообще, честно говоря, это, по-моему, не очень честный вариант. То есть, то, что я ответил, причем тут веселиться? Может, он будет грустно танцевать как-то. Там, не знаю, танец, похоронный танец какой-нибудь. Есть похоронный танец? Наверное, нету. Да. Ждать. Чего ждать? Не понимаю. Чего ждать-то? Что я логику не улавливаю. Хорошо, чего-то ждать будет. Нового года, наверное. Ну, да, если... Ну, в принципе, может быть логично. Угадайте самый непопулярный ответ. Что люди стараются запомнить наизусть? Самый непопулярный, да? То есть, если я напишу стихотворение, блин... Ну, сейчас под... Да, блин, мне больше ничего в голову не приходит. Стихотворение. Блин... Самый непопулярный, твою мать. Это оказался самый популярный. Ну а что еще, инструкция, что ли? Сейчас она ответит. И все, и мне конец, да? Номер телефона. Так, смотрите, к ней переходит... Я что-то не пойму. 170... 170... А, я все равно победил! Смотрите-ка, начинается с моей победы, а!
немножко на гребаных 16 очков, но я все-таки победил, какой мой. Класс, вы выиграли. Тортик, вам выпал коллекционный предмет. Нажмите, чтобы добавить в коллекцию. Вы пополните коллекцию с находкой торт из сладкую коллег. Хорошая находка. Я люблю торты, мне нравится такая находка. Давайте следующая игра еще. Смотрите, как фартово все начинается. То есть, покупайте магазин, право первого хода и ходить первым. Да не обязательно. Значит, ой, блин, немножко спустил, по-моему, черт. Так, сейчас, о, сюда. Нет, еще чуть повыше. А что я делаю? Наоборот, вот так надо сделать. О, вот так. Вот так. А, что нужно взять? Дальнюю дорогу. Блин, тут у меня идет, пока я тут валандуюсь с этой сранью, у меня тут идут варианты. Еда. Еду, представляете себе. Первое же, вот я только вклинился в игру, первое же, что пришло в голову. Так, Сергей какой-то со мной играет. Сергей против Сергея, отлично. Сергей и Сергей, главное, никто не гей. Ха, он ходит, одежда. Одежда нет. Что еще? В дальнюю дорогу, подождите. Еду. Карту. Почему? Почему карту нельзя взять? Ну, я не знаю. Хорошо, карту нельзя. Ну, я не знаю, я бы в дальнюю дорогу взял очки, например, потому что я плохо вижу, и мало ли я что-то захочу рассмотреть где-то интересно. Компас. То есть, в принципе, логичные варианты, как бы, предлагает нам Сергей. То есть, карту, компас, еду, это все нужно, но почему-то тут этого нет. Ну, давайте спальный мешок возьмем. Это тоже не... А что ж, по мнению игроков замечательной этой игры, туда, блин, берут, я не понимаю. Презервативы, что ли? Кстати, а то мало ли кто... Блин, нет, точно воду, конечно же воду. О, а что это ноль, почему ноль? А, ну правильно, потому что там ноль и есть. Воду, еду. Зонт, господи, я не знаю, блин, ну что за... А, я проиграл. 34 очка, ну ладно, это фигня на самом деле. Деньги. Чемодан, паспорт, телефон. Ну да, да, это все тоже. Как бы это все тоже, но почему же не одежду? Блин, дальнюю дорогу же берут, одежду, черт возьми. Хорошо. На это забиваем, идем дальше. Где вы будете встречать Новый год? Опять вопрос про Новый год. В бане, есть такой вариант? Наверняка есть. Посмотрим, что сейчас Сергей ответит. Дома. А я попробую вот такой вот экстремальный вариант в бане, да. Я уверен, что хоть кто-то должен был это ответить. Хорошо. Теперь есть еще вариант в гостях. То есть просто вот сказать в гостях. Кто-то же будет встречать Новый год в гостях, наверняка. Я надеюсь, что я не должен писать тут адрес гостей там и так далее. Просто в гостях. И этого хватит. В ресторане. Так, в гостях. Отлично. Второй вариант. Смотрите, 48 очков я нам заработал. Ну, тут, между прочим, такой прикол, что что-то никто не ошибается ни хрена. А все уже почти перебрали. Что можно было? Я не знаю. В ресторане, дома, в гостях. Подождите, а был ли такой, может, вариант? Вот мне кажется, я что-то сейчас вспоминаю, вроде бы был вариант в Кремле. Не, это был где детский утренник, по-моему, что-то такое. Не, а на улице есть такой вариант? На улице. Да, есть, смотрите, на улице можно еще встречать Новый год. Зашибись, я начинаю справляться, я начинаю лучше играть, чем раньше. Так, ну что, Сергей, ты сейчас угадаешь вот эту единственную вот эту срань? Не могу поверить в это. Этого не будет, точно. Не посмей, Сергей. Не посмей этого сделать. Я тебя прошу. Ошибись сейчас. А чё? У него там деньги, что ли? Видите, он, это, я не вижу, он там в купюрах там купается. Вот ты, блин, зачем ты вообще играешь? Вот он тут все задонатил, наверное, там. Ну, давайте теперь я буду пробовать. Где еще можно встречать Новый год? Так, оно будет, да? О, будет. А, на улице, я сказал. В кафе я решил попробовать. Как бы ресторан уже было, ну, кафе, ресторан. И подумал, может быть, мало ли люди по-разному отвечали. Ну, где еще можно, черт возьми, я даже не знаю. У родственников. Не, ну это в гостях. У родственников это как в гостях идет. Может быть, в подъезде? Я не знаю, как бы есть такой вариант, нет? У тещи. Все, вот пролетает чувак. Он ответил, у тещи. Это неправильно, слава богу. На работу. Да, кстати, тоже такое может быть. Это актуально для многих людей, я думаю. Многим Новый год приходится иногда встречать на работе. Ну, что ж. Не завидую я им. Игра наоборот, выходите первым, угадайте первой попытки. Так, что в морозилке у холостяка?
Ну, всякие там, я не знаю, пельмени, по-любому. Пельмени попробую. Точно должно быть. Действительно, пельмени, смотрите, самый популярный вариант. Вареники. Пойдет, нет. Бутерброды там, например. Суп, наверное, нет, потому что холостяк, он же ленивый будет, что он варить что-то там. Это разогревать, вот это варить, мешать, пропорции вообще. Зачем это надо? Бутерброды. А, так все, я... Все, я победил, вы смотрите, с каким... Водка, сало... О, водка, сало, кстати, хороший вариант. Лед, мышь, пиво. Мышь! Мышь просто охренеть, да я бы не додумался никогда. Что можно мышь в морозилку? Это, наверное, какой-то прикол такой ходит с мышью, не знаю. И опять я выиграл, смотрите, и получил еще один коллекционный предмет. Нажмите, чтобы добавить. Отлично. Следующая игра. Две победы подряд. Когда такое было, а? Я наконец-то я начинаю исправляться. Вы можете купить бла-бла-бла. Соперник найден, вы готовы начать, да. Давай, начать. Только не того же самого. Кого-нибудь новенького мне для разнообразия. Все, с Сергеем уже поиграть. Гость! О, отлично. Пожалуйста, приготовьтесь, выходите первым. Что имеет в виду муж, когда кричит жене, где моя? Где моя любовница? Да куда ты? Ты ее закопала? Ты ее зарезала? Где моя зарплата, я думаю, да? Или еда тоже как бы. Ну, давайте вот начнем с этого. Зарплата. Потом, где моя еда, наверняка. Это он сейчас ответит. Где моя ужин, где моя обед, где моя завтрак не пойдет, где моя еда, правильно? Где моя одежда, где моя носки, где... Ну, рожай уже, гость, не томи душу. Еда ты сейчас напишешь. Какая заколка? Че, ты дурак, что ли? Что он такое несет? Где моя заколка? Муж к типа жене кричит, где моя заколка? Транссексуальный муж жене кричит, где моя заколка? Я не понимаю, в какую мы ситуацию сейчас пытаемся воспроизвести гость? Кто этот муж? Я хочу его предысторию просто прочитать. Будет интересно, наверное. Машина, кстати, да. Где моя машина? Одежда, пожалуйста. 100% должно быть. Самый первый вариант, смотрите. Я уже заработал нам 82 очка. Из 93. Гость нам заработал всего 11. И, скорее всего, он уже ни черта не заработает. Да, видите, дочь. Где моя дочь? Она только что была здесь, а теперь она торчит из духовки. Там одна нога. Дорогая, что ты натворила? Такой черный юмор, да, семейный. Где моя... Зарплата машины? Я не знаю. Я, наверное, пропущу ход. Я просто не знаю, сейчас какой-то бред писать не хочу, блин. Я думал, где мой носок, например, было бы неплохо. Ну, гость все равно, он как бы со своей логикой, заколка, блин, дочь, он все равно ни хрена не угадает, поэтому можно считать, что этот раунд я победил. Правда ведь? Квартира, да, где моя квартира? Это, кстати, да, это может быть актуально, если развелись, и жена отжала хату себе, например. Выпивка, заначка, о, хороший вариант, заначка тоже. Выпивка, заначка, я как-то не подумал. Где моя выпивка? Просто вот где моя пиво, как-то оно не шло. Где моя водка? Можно было. Первое, что приходит в голову, когда проснулся в понедельник. Блин. Вот так вот приходит в голову мне лично. Я не знаю. Нет, это не то. Ну, подождите, а какой тогда вариант? Работа, получается. Я так должен был ответить? Работа. Или что? Ну, сейчас посмотрим, что скажет гость, как бы. Что гость тебе в первое? Сколько времени? Ладно, давайте так. Работа. А, вот, на работу, да. Такой вот вариант, значит, подходит. Потом, дальше, хочу спать. Тоже 100% приходит в голову. Еще поспать. Как это сформулировать? Спать, хочу спать, еще поспать. Черт его знает. Где я? Хочу спать. Попробуем так. Хочу спать. Тоже, видите, тоже подходит. Давай, гость, начинай уже ошибаться в конце концов. Да, проснулся в понедельник. Какой сегодня день? Выходные кончились. Вот это тоже, может быть, приходит в голову. Выходные кончились. На работу. Ну, на работу уже есть. Опять на работу. На работу? Опять на работу. Ты что, дурак, что ли? Блин. Выходные кончились. Вот так вот. Попробую, не знаю. Я буду надеяться, что он сейчас ошибется опять. Потому что у меня кончились варианты реально. Выходные кончились, варианты у меня в голове кончились. Все кончилось, я не знаю, что еще отвечать.
Давай, гость. Ошибайся, гость. Гость, ошибайся. Скоро пятница. А, в школу, блин. Точно. Я об этом вообще не подумал. Ну и о том, что скоро пятница, блин, я тоже не подумал, учитывая, что ты просыпаешься в понедельник. Это когда... Игра, наоборот, выходит первым. Угадайте с первой попытки самый... С чем лепят вареники? Картошка. Конечно же, картошка. Потом, с чем еще лепят вареники? Вареники с капустой лепят? Наверное, да, я думаю. Блин, вареников захотелось, вообще есть захотелось, блин. Вот это, как ты начнешь во что-то играть, и тебе вот напомнят обязательно вот про то, что ты давно ничего не перекусывал. А по моему лицу это видно, поэтому мне вообще нельзя как бы в такие вещи вдаваться. Ну что, гость? Пропустил ход, вареников никогда не видел. А, так это, подожди, это еще и была игра наоборот. Он мог все что угодно ответить и победить меня, вы понимаете? Я вообще облажался, блин. Я даже не понял, что это игра наоборот, я протупил. С грибами, вот реально, если бы я ответил с грибами, 240 очков. Все, я опять победил. Бабочку, смотрите, получаем. 3 победы подряд, господи, что происходит? Самый типичный русский сувенир. Так, Александр... А, не, он не сувенир. Ну, значит, матрешка. Блин, сейчас бы ответил. Матрешка. Окей, это будет первое место, по-любому. Теперь, Александр, тебе придется выпендриваться, выдумывать. Выкорячиваться, потому что то, о чем мы все подумали, я уже использовал. Я не знаю, что ты будешь теперь делать, Александр. Не знаю, как ты будешь с этим справляться, но... Александр, это было плохо. Не знаю, что мне теперь выбирать. Вот что я теперь... Я бы сказал сало, но он украинский, так что... Не знаю. Давайте тогда... Вышиванка какая-нибудь, или как это... Давайте попробуем, я не знаю, правда. Но это украинское, блин. Ну, а как вот русское тоже же что-то должно быть такое? Черт его знает. Самовар. Вот, блин, а точно, самовар. Мать твою, я теперь не знаю, что... Что теперь делать? Вот я, наверное, и проиграл. Смотрите, ну он водку взял. Может, вареники попробовать? Это сувенир вареники? Я не знаю, водка тоже не сувенир, ни хрена на самом деле. Потому что водка, это, ребята, как бы напиток, это не сувенир, блин. Но оно подошло почему-то. Валенки. Валенки. Все, я проиграл. Это человек слишком умный. Я у него ни черта не выиграю. Ну, давайте. Давайте тогда напоследок. Медведь. Медведь, сувенир медведь. Нормально, что так? Игрушечный медведь какой-нибудь, например. Александр ни разу не ошибся, блин, у него только... Но у него 7 уровень, смотрите, это вроде не очень много. Балалайка. Балалайка, конечно, балалайка, блин. Да как же до меня не дошло-то? Конечно, балалайка, черт бы побрал. Платок. Платок, вот, а я вышиванка сказал. Платок надо было. Двойная игра, хорошо. Что умеет готовить холостяк? Так уже было это, то есть... Там был вопрос, что у холостяка в холодильнике. И там были варианты пельмени, водка, да? Водка опять, это многострадальная, которую везде вспоминают просто. Ну давайте попробуем ответить. Пельмени, действительно. Яичницу. А я отвечу. Пельмени, потому что мне недавно повезло с этим вопросом. Пельмени по-любому есть, да. Что еще? Бутерброды. По-любому. Смотри, по 68. А, ну там он двойную взял. Макароны. Бутерброды. Так, нет, неправильно. Точно, есть, получилось. Бутерброд. Что еще может уметь готовить холостяк? Пельмени, макароны, яичницу. Пельмени, макароны, яичницу. Точно, а ну-ка. Сосиски. Попробуем. Нет, я не... Ну, он просто ответил сосиси, поэтому я думал, оно не сочетается. Суп. Ах ты, блин, действительно суп. Доширак. Ну, почему нет? Ну, это хороший же вариант, доширак. А он сейчас напишет мивина, например, то, что у нас на Украине вместо доширака, и, блин, победит. Это будет обидно. Нет, ты не должен победить, чувак. Проиграй. Ошибись, я тебя прошу. Черт, а? Может, он подсказку сейчас купит какую-нибудь? Картошку. Все, я проиграл. Это невозможно. Не, ребята, это реально невозможно. Это пипец как надо. То есть, смотрите, сколько у него сейчас будет очков. 260, 280, 200, 300, 327.
Так чтобы я не угадал, я проиграю. Даже если я, смотрите, сейчас вот игра наоборот, тут максимум там 280 очков, наверное, будет. Самый известный символ Нового года. Блин, ну а что я должен отвечать вообще? Давайте что-то непопулярное, да? Ирония судьбы ответим, блин. Потому что если я отвечу елка, то там я получу за это 80 очков, как бы, или 40, и все. Не, ну Александр, ты, конечно, отжег. Ты молодец, конечно, блин. Да, 300 зли. Мандарин — это последний вариант. Дед Мороз, звезда, снег, мандарин. Салон любви. А может, он читак? Я не знаю. Может, он читер какой-то? Он просто вот реально так четко угадывает, прям. Смотрите, 567 очков. Меня никогда так никто не побеждал. Очень жаль, вы проиграли. Хорошо, следующая игра. Давайте попробуем следующую игру. Пожалуйста, подождите, идет. Вы начать. Только больше не его. Не надо его. Я больше не хочу с Александром играть. Что бывает на ушах? Сережки. Ну, серьги, я не знаю. Лапша. Вот тоже вариант. Давайте лапша попробуем. Она вторая, значит, серьги первая, да? Ну, хорошо. В принципе, мы все... Как бы вот эти два варианта, это лапша и сережки, серьги, это сера. На ушах, не в ушах, чувак, блин. Серьги. Кольца, кстати, тоже бывают. Серьги, кольца. Еще на ушах бывают, может быть, татуировки, кстати. Вот это тоже как вариант. Наушники. О, точно. Попробую... Не, подожди, кольцо в ухе, ну говорят же так, бывает же, наверное, так. Кольца попробуем. Не, кольца не подходит. Так, серьги, лапша, наушники. Волосы, может, если вот, как у меня, вот, мне уже давно надо стричься, в принципе, но мне все лень, и волосы иногда могут на уши за... Так, как бы, это считается? А ну-ка, гости. Пробки. Какие пробки, блин, господи. В мозгу у тебя пробки. Волосы. Да, действительно, ну правильно, ну должен быть такой вариант, это было в принципе логично. Идем дальше. Так, гость должен сейчас облажаться, и мне перейдет 93 очка в банк. Беруши, отлично. Ну, это, кстати, такой вариант, но это не на ушах, это все в ушах, понимаешь? Пробки в ушах, сера в ушах, беруши в ушах. Грязь, родинка. Родинка, да. Грязь, ну не знаю, если ты упал ухом в грязь, то да, у тебя на ушах будет грязь. Ну такой вариант, знаете, как бы охренительный, то есть... Каким? Каким бывает поцелуй? Смотрите, французский в засос чмок, я не знаю. Давайте попробуем французский. Вот так ответим. Он точно где-то там... Блин, только 4 очка, я не знаю, мне это сразу в голову пришло. Чмокающим. Чмок. Ну, этим. Вот этим, как? Чмок. Он бывает чмок. Так и ответить, что ли, я не знаю. Нежно, блин, ну и вариант. И реально оно есть. Грубым, что ли? Подождите. Вот так вот попробую. Нету такого варианта, блин. Почему? Ну, почему? Это же сразу в голову приходит, как бы. Я не понимаю. С языком, что ли, написать? Черт его знает. Черт. Первым. Да, блин. А, вторым. Можно написать вторым, третьим, я не знаю, или четвертым. И так вот это все, все заполнить. Подождите. Так, нежным... во, страстным он бывает, да по-любому бывает, ну, о, отлично, слава богу, самый популярный еще угадал ко всему. Не, ну, гость наш хорошо, конечно, разбирается в поцелуях, он еще ни разу не проиграл, как мне играть с такими людьми, блин. Сладким, горьким, блин, я не знаю, что мне-то ответить теперь. Каким бывает, так подождите, я уже проиграл, наверное. Потому что даже если я сейчас правильно отвечу, все равно по результатам у меня будет на одно это больше. Давайте попробую тогда угадать хотя бы для прикола. Каким бывает поцелуй? Неудачным. Как бы. Ну, я не знаю. Неприятным. Я никак... Как сформулирую? Страстным, сладким, первым, нежным, французским и... Воздушным. Блин! Да, воздушным, действительно. Как мне это в голову-то не пришло? Гость угадал все поцелуи, просто охренеть вообще. Слушай, гость, ты меня пора... Ты кто так... С кем я играю, блин? Может, это какой-нибудь великий пикап-мастер со мной сейчас играл, я не знаю. А, может это эти из девушки Мотора с канала? Может, я с ними сейчас играю? Они-то шарят... Какой может быть встреча? Деловой,
Но мне надо что-то непопулярное угадать, да? Давайте попробуем угадать непопулярное. Случайный. Встреча может быть случайной. О, смотрите, класс, 200 очков вырвал. Класс, я победил. Гость не сможет ответить лучше, чем я. Там остался всего-то 6, вот, всего-то один вариант. Ну, попробуй, а попробуй меня опереди, гость. Ага, молодец. 40 очков ты всего получаешь. Долгожданный, кстати, блин, такой вариант, что я не знаю. Мне бы в голову не пришло. А самый, типа, популярный вариант считается. Неожиданный. Деловой. Вот видите, я думал взять деловой, и все равно я бы выиграл. Это была еще одна моя мысль, когда я ответил. Поздравляем, вы перешли на 5-й. Ура, какая радость вообще. Ну и давайте, наверное, я не знаю, сколько нам осталось. Давайте последнюю партию сыграем уже. Что вы сделаете, если любимый попугай неожиданно начал вас обзывать? Людмила, что вы сделаете? Не дам крекер, например. Не дам крекер, блин. Такой вариант может быть. Как ответить, как это сформулировать-то правильно? Ну, сейчас посмотрим, что Людмила сделает. Не знаю. Съем его крекер. Вот так я должен написать. При нем, чтоб он видел. Чтоб он видел попугайская его клювожорная рожа. Его обзову. Заплачу. Заплачу, блин. Хотя нет, наверное, засмеюсь, надо было ответить. Я не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы заплакать от попугая, но... Поругаю. Попугая поругаю. Ха. Засмеюсь. Попробую так. Ну это ж забавно. Посмеюсь, да, действительно, посмеюсь. То я то поплачу, то посмеюсь. Такой вот я непостоянный ДК. Но все из-за попугаев, из-за этих. Попугаи прямо пошли наглые, нахальные вообще. Ну что, Людмила, ты еще ответишь? Сколько, кстати, очков? 17 очков всего. Мы пока заработали всего 17 очков. Закрою его. Так. Это, конечно, такой вариант жесткий довольно. Продам. Вот, продам, отучу. Как ты его отучишь? Ну, поркой, что ли? Ну, ей переходит 17 очков. Я решил как бы приколоться, написать, что я его отравлю. Но, как бы, 17 очков, ну чего теряю? Все равно ничего сейчас не решается. Что или кто бывает после дождя? Так, смотрите. После дождя бывает радуга. Сейчас она это ответит. 100%. Конечно. Что еще бывает после дождя? Сырая земля, грязь. Блин, значит, лужи надо было писать. Сейчас она напишет лужи. Я уже вижу, как она пишет лужи, как она печатает лужи. Туман. А не, она не догадалась. Значит, я пишу. Лухи, лухи, да. Вот я сейчас еще не мешала это написать. Лужи. Отлично, смотри. Я ответил, теперь сейчас она ошибается. Потом я отвечаю правильно, она еще раз ошибается. Профит. Профит. Не знаю, как правильно, честно говоря, ударение ставится. Хорошо. Профит, по-моему. Ну, давай, Людмила, не томи душу уже. Свежесть. Кстати, хороший такой, в принципе, вариант. Что еще бывает после дождя? Солнце! Действительно, солнце. Оно же выглядывает, как бы дождь прошел и выглянуло солнце. Давай, Людмила, ошибись. Ошибись, и я заберу себе... Где нахрен грибы? Урожай! В таком случае, я не знаю. А, нет! Нет, нет, она должна сейчас проиграть. Если она сейчас не проиграет, это пипец будет. 172 очка хочу получить себе. Ну. 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 Ну, Людмила, ну. Ну, давай. А, есть. Хорошо. Ух, слава богу. Все, я ее опережаю на 160 очков, наверное, где-то. О, как мне все это добро прям. Роса, черви. Да. Да, действительно, черви, точно, они же выползают из-под земли. Вот, блин, как-то, что-то я не подумал про этот вариант. Не, ну он такой жесткий, знаете, я и не уверен был, что кто-то его ответит. Что бывает надувным? Игра наоборот, да? Как? Да не может этого быть, блин! Ну, это не могло не попасть. Ну, это должно было попасть хоть куда-нибудь. Там самые вот эти не низы. Ну, что же там... А все равно, смотрите, ей это не спасет. Мяч, лодка, батут,
круг. Надувной круг. В смысле, вот спасательный круг, и это 240 очков за круг. Ну, это даже, по-моему, довольно очевидно, в принципе. Я бы, наоборот, поставил на то, что это будет один из первых вариантов. Ну что, на этом я заканчиваю, было весело. Смотрите, сколько раз я выиграл в этот раз. Опять выиграл, твою мать. У меня просто... я не знаю, посмотрим, что будет в следующей серии, но пока что я, видимо, могу сказать, что я более-менее научился играть. В общем, на данном этапе. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом, там внушительное количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее. Можете, если вам не трудно, нажать на кнопочку «Поделиться» внизу под видео, рассказать про мои видео своим друзьям. Также открывайте плейлист «Накачаем мозг», плейлист «Насток одному». Если будет не лень, то я еще и на тривиадоры на поле чудес размещу. Но вполне возможно, что будет лень, как это было и в прошлый раз, когда я тоже говорил, что если мне не будет лень, то размещу, и, по-моему, не разместил. В общем, всем счастливо, всем удачи, всем пока.